Почему не цветет глоксиния в домашних условиях? В домашних условиях растение с яркими большими бутонами вырастить непросто, исключением является глоксиния. Этот цветок неприхотлив в уходе, однако порой может перестать цвести, особенно после зимнего периода. Причин такой проблемы может быть несколько, кроются они в условиях содержания. Чтобы узнать, почему не цветет глоксиния, нужно присмотреться к своему экземпляру и внимательно изучить его состояние. Почему не цветет глоксиния? Основные источники проблемы. Прежде чем беспокоиться об отсутствии бутонов у глоксинии, нужно узнать о периоде и частоте ее цветения. Она радует глаз цветочками с апреля по август в два этапа с перерывом в начале июля. Для этого нужно обрезать останки бутонов по окончании первого этапа, чтобы она зацветала вновь. Пышное цветение здоровой глоксинии. К сведению, молодая глоксиния не зацветет, пока не нарастит клубень. Если пересадка была весной, первые бутончики появятся к осени, но в полноценные соцветия могут не превратиться. Только после пережитой в горшке зимы глоксиния порадует цветовода, за это время укрепившись в корне. Если же в марте не появились бутоны, пора озадачиться, почему глоксиния не цветет в домашних условиях. Среди распространенных причин, почему не раскрываются бутоны у глоксинии: старость цветка или повреждения при пересадке, почва или удобрения заражены, нерегулярный полив или его избыток. Цветок находился в тени без света долгое время, его не выносили на солнечное место. Засушливый микроклимат с высокой температурой воздуха, нахождение вблизи радиаторов отопления. Болезнь клубни. Его придется вытащить из грунта и осмотреть на наличие повреждений. Применение неподходящих удобрений или нарушение сроков их использования. Появление насекомых-вредителей, спровоцированное высокой влажностью и нахождением рядом больных цветов. Если у глоксинии поврежден клубень, она потратит все силы на рост стебля и листвы, и для цветения энергии не останется. Важно! Нельзя пересаживать клубень в слишком большой горшок. Растение будет расти в корне, но снаружи будет оставаться хилым и засохнет. Почему у глоксинии сохнут бутоны, не распустившись, и опадают? Чаще всего проблема, почему у глоксинии сохнут бутоны, не распустившись, кроется в неправильном уходе. Ведь если они появились, значит препятствие для их дальнейшего развития появилось позже. Например, недостаток питательных веществ, поэтому в летний период обязательно подкармливать цветы. Бутоны обычно появляются в конце марта, а если зимой глоксиния была забыта где-то в тени, о красивой шапке цветов не может идти и речи. В период спячки ее нельзя оставлять без регулярного полива и солнечного света, так как она должна набраться сил. Реанимировать цветение можно по следующей схеме действий. Поднять влажность воздуха в комнате, например, включить увлажнитель воздуха. Проветрить помещение, не допуская сквозняка. Поставить цветок на восточный подоконник. Удобрить фосфорно-калиевой подкормкой. Почва после полива должна быть рыхлой и чуть влажной. Посадить в другой горшок. Появление бутона глоксинии. Также причинами могут быть высохшая почва, вредители, спертый воздух в комнате и низкая влажность. Среди удобрений предпочтение стоит отдавать фосфорно-калиевым без азота. Именно постепенное исправление этих факторов и является ответом на переживания цветоводов, что делать, если у глоксинии сохнут бутоны. Почему бутоны сереют и становятся мягкими? Если цветение обильное, на раскрытие бутонов может не хватить питательных веществ. Важно помнить, что сама по себе глоксиния не будет пышно цвести, нужна подкормка. Также к размягчению бутонов могут быть причастны вредители, паутинный клещ или трипсы. От них нужно промыть растение мыльным раствором, удалив поврежденные участки. Недопустимы низкая влажность и нестабильное освещение. Обратите внимание, если цветок находится на даче или в неотапливаемом доме, его нельзя оставлять там до заморозков. Реанимировать растение рекомендуется следующими способами. Световой день для глоксинии должен быть не меньше 12 часов. Как только появляются бутоны, необходим минеральный комплекс удобрений с высоким содержанием фосфора и калия. Если полив происходит через поддон, лучше использовать два экземпляра. В один набрать гравий, в другой – керамзит. Если листва глоксинии тянется вверх, ей не хватает солнечного света.
При невозможности перенести цветок с места с переизбытком света можно накрыть его марлей или тюлем. Чтобы глоксиния не пересыхала, рядом с ней можно поставить емкость с водой. Если у растения мало листвы, нужно усилить подкормку азотными удобрениями. Это не поспособствует распусканию глоксинии, но может быть полезно для роста зеленой массы. Почему чернеют и гниют бутоны? Высокое содержание азота в почве и излишняя влажность – главные ответы на вопрос, почему чернеют бутоны у глоксинии. Если слишком часто поливать цветок, гниль появится на клубнях, после перейдет и на надземную часть. Поэтому удобрения для цветущих домашних растений всегда должны иметь низкую долю содержания азота. Здоровые бутоны глоксинии. Также легко объяснить, почему вянет глоксиния даже при правильном применении удобрений. Ответ прост, она плохо реагирует на похолодание и сквозняки, необходимо обезопасить ее от перепадов температуры. Ее показатели не должны опускаться ниже 18-20 с на подоконнике и ниже 12 градусов зимой, если клубни хранятся в темном месте. Если бутоны чернеют до расцвета, нужно действовать оперативно. Обработать клубень пином. Он имеет антистрессовый эффект для растений. Сделать воздух более влажным, глоксиния не должна засыхать. Убирать растения днем подальше от прямых солнечных лучей. Если почва старая, заменить новым грунтом. Отрегулировать полив. Не поливать, пока не начнет подсыхать верхний слой почвы. Важно! Молодые растения зимуют в горшках на привычном месте, их не нужно особенным образом подготавливать к зиме. Опрыскивать комнатную глоксинию можно обычной теплой водой, но не чаще 2 раза в неделю. При этом влага не должна попадать на бутоны. Обильное проведение процедуры приведет к загниванию листов и бутонов. Решить проблему гниения до распускания можно несколькими способами. Ограничить полив, пока верхний слой почвы полностью не подсохнет. Осуществлять полив только через поддон, не опрыскивать. Воду в поддоне менять. Если почва слишком кислая, из-за азота пересадить глоксинию с полной заменой грунта. Если эти меры не помогли, извлечь и осмотреть клубень, обрезать коричневые пятна, смазать срез порошком активированного угля. Клубень глоксинии нуждается в правильной зимовке. Если гниль была обнаружена на клубнях или листве, нужно аккуратно удалить поврежденные участки и удобрить растение подходящими средствами. Не нужно ждать, пока почерневший бутон засохнет сам, нужно обрезать его самостоятельно. Почему у глоксинии пустые бутоны? Главное достоинство глоксинии – очаровательное цветение, которое начинается с июня и длится до августа. Именно поэтому растения покупают в этот период, чтобы оценить его красоту. Чем красивее будет цветок, тем больше разочаруется цветовод, если бутоны окажутся пустыми. Если при покупке он цвел, а после произошла такая проблема, причина, почему не распускаются бутоны у глоксинии, кроется в неправильном уходе. Повторное цветение глоксинии не такое пышное. Решить проблему можно следующим образом. Обрезать цветоножку пустого бутона, иначе новый не появится. Удобрять растение по плану, ждать появления нового бутона. После раскрытия нового цветка опрыскать глоксинию и пином по инструкции. Растение нужно обрезать только после того, как оно отцветет. Также пустоцвет может быть следствием слишком сухого воздуха, а также вредителями. Они высасывают соки из листьев и бутонов, тем самым предотвращая их раскрытие. Важно, нельзя выставлять глоксинию на сквозняки и поливать ее холодной водой. Лучше набирать ее в бутылки и отстаивать несколько дней, это действие поможет выпустить вредные вещества. Как заставить глоксинию цвести повторно? После того, как глоксиния отцветает, у нее отмирает надземная часть, остается только клубень. Растение важно правильно подготовить к зиме, приемлемы 2 варианта. Сухой клубень, предварительно очищенный от гнили, поместить в горшок с почвой или речным песком. Убрать в прохладное место и увлажнять 2 раза в месяц. Не допускать переохлаждения. Положить клубень в пакет с почвой и вермикулитом в равном отношении, хранить в овощном отсеке холодильника. В феврале необходимо пересадить клубень в более крупный горшок. Если в апреле возникает проблема, почему не раскрылись бутоны у глоксинии, зимовка была проведена неверно.
После того, как растение распустилось и отцвело в конце июня, можно подготавливать его к повторному появлению цветоноса. Для этого нужно выполнить простой порядок действий. Обрезать листву, оставив 2-4 нижних крупных листа. Оставить пару самых больших пасынков в пазухах листочков. Подкормить дважды в период появления пасынков, после удобрять раз в месяц средствами для цветущих растений. Важно, повторное цветение обычно не такое пышное, как первое, и это не значит, что цветок болен. Помочь распустить бутоны глоксинии поможет правильная подкормка. Цветущая глоксиния является настоящим украшением подоконника, гармонично сочетаясь с другими представителями домашней флоры. При неправильном уходе начинаются проблемы с бутонами, которые успешно решаются посредством внимательного исправления ошибок. После выздоровления цветок будет радовать двойным пышным цветением.